Август на исходе. Впереди серые дожди и желтая листва. Чего не скажешь о газоне. До поздней осени и даже под толстым слоем снега и льда он будет зеленым, и в начале весны прогалины снежной зеленой травкой обрадуют садовода. Но чтобы это случилось, необходимо подготовиться уже сейчас. Когда и где сажать газон? Конец августа и даже весь сентябрь – лучшее время для создания зеленого покрытия. Выбирайте солнечное или частично затененное место с плодородным суглинком. Если предварительно почву не очистить от всякого рода сорняков, типа клевера и одуванчиков, то вместо мягкого газона вырастет неряшливый травянистый бурьян с проплешинами, так что обязательно подготовьте землю. Внесите удобрения за 10 дней до посева – сульфат аммония, сульфат калия и суперфосфат. Смешайте, раскидайте и заделайте почву граблями. Полезный совет. Чтобы окончательно разровнять землю, возьмите ручной каток, а если его нет, большую доску. Привяжите к ней с двух сторон веревки и протащите по земле. Теперь газон можно сеять. Соблюдайте норму высева. Если этого не сделать, газон получится бедным и бледным. Равномерно засеянную почву необходимо щедро поливать. Август в России щедр на осадки, но если ясных дней слишком много, воспользуйтесь дождевальной установкой с мелким распылением. Газон из рулона. С ним однозначно забот меньше, чем с высевным покрытием, но и тут есть свои тонкости. Из плюсов – вы можете положить такой газон даже в ноябре, потому что он более устойчив к заморозкам, и результат вы увидите намного раньше. Вы просто застилаете участок зеленым ковром и наслаждаетесь яркими красками. Как выбрать? Прежде чем купить, проверьте качество. За него отвечают прочные здоровые стебли, белые корни и полное отсутствие сорняков. Газон не рвется, если вы приподнимаете его с краю. Если вы оставите рулон незастеленным больше, чем на один день, он пожелтеет и в нем заведутся ненужные бактерии и насекомые. Уход и подготовка к зиме. Какой бы вариант газона вы ни выбрали, помните, подросший зеленый ковер необходимо регулярно подстригать, особенно перед выпадением снега. Если этого не сделать, он почти наверняка начнет преть и в нем заведется грибок, а это навредит не только покрытию, но и почве под ним. К весне трава почернеет и потеряет эстетический вид. Более того, там могут обосноваться грызуны, а с ними сражаться весьма затратно и по времени, и по финансам. Что же касается грибка или плесени, их можно вывести с помощью специальных химикатов для газонной травы. И напоследок несколько полезных рекомендаций по уходу за газоном в осенне-зимний период. Не наступайте на газон в заморозки. Разбивайте корку льда, если газон замерз. Сметайте снег с дорожек на газон. Подравнивайте образовавшиеся ямки, подсыпая почву.